Весна у нас в Москве, здесь в Москве приходит все время как бы поздно, а людям уже хочется ее раньше, даже уже в феврале, в конце. Люди уже с истерикой, я сделаю что-нибудь новое, сделаю новый образ. То есть все время у нас хотят меняться на самом деле. Здесь продумано все до мелочей. Я так посмотрела, у него не так уж много ассистентов. Люди подают шпильки, но пришивает и расписывает он все сам. Я видела лично. Я привезла ему обыкновенные туфли. И у меня на глазах, мы просто с ним разговаривали, и он в этот момент все это расписывал кисточкой. Удивительные вещи. Покажу свои туфли, мне не жалко. Венеция – это было как развлекательное шоу для гостей, шоу причесок, потому что если показывать просто шоу платьев, я думаю, что не всегда оно интересно, многие люди как бы хотят праздника. Поскольку женщина хочет, ну, все время, в общем-то, любви, то, наверное, весной она хочет как раз разные прически. Ну, что касается меня, например, я вообще предпочитаю гладко убранные волосы назад, вниз к ней пучок. Но зная, что мой супруг любит вот это все, др-др-др, я сделала др-др-др. Таким образом, поскольку я хочу любви, я сделаю то, что хочет мой мужчина. Зима выдалась адская. Мне кажется, после зимы все женщины, девушки, девочки, да все абсолютно, мне кажется, и мужчины в том числе, хотят побыстрее раздеться и снять с себя такое количество слоев одежды и просто, наверное, добавить цвет, любой просто цвет. Каждая женщина хочет сделать свою прическу и свою надеть одежду. Ту, которая по сердцу, по душе. А для того, чтобы выбрать мастера, стилиста, который сделает из тебя то, что ты из себя представляешь, и то, как ты себя хочешь спозиционировать, то такой, то раз такой, то блестящий, то тусклый, то очень такой правильный в очках. Нужно очень много перебрать. Хотел здесь сделать праздник просто для женщин, чтобы они развлеклись. Посмотрели яркие, красивые образы, прически, отдохнули. И как бы и в это время же и посмотрели на коллекцию одежды.